с тобой. А тепер ти туша тобі цілий. А тепер ти спать тупа, на що вивіться по мене. Тепер ще я розговор пока. А заодно вспомню текст. Пусть идентифицирую его. Вы что-то много себя берете, блядь. Это ебальником на Плужковской. Понятно? Мне картинка запрещена за вашу половуху. Много себя берете, блядь, падла. Где ваши права, блядь, блядь, падла? Картинка, блядь, падла. Мое искусство работает с камерой. Хватит вставлять половуху, блядь, падла. Мое искусство камеры, блядь, падла. Хватит мне скандали, блядь, за время выхода из дома, блядь, чпыка, блядь, получая ребенка на ткани кадра. Тот ушат мой тила, сказала. Тот ушат, блядь, падла, умотил, блядь. Тот ушат мой тила, блядь, да ты рвай, да ты, блядь. А вот такой кадр. Момент. Сто тушат мой стил, понятно, да термин будет алло, блин, падла, то ли в хаос. Сто тушат мой стил, мать, ты падла, сто тушат мой стил, мать, ты падла. Кто мне знает, будет убить, то ли в хаос, а ты знаешь, как ты публикишь, вот у него мне from sun. И он говорит, у вас есть конституционный прав. Сбрасывает меня с кадра из тренировки, у вас нет никаких конституционных прав на это. Ни от кого, ни от кого.